службе готовы. В пятницу на базе регионального ДЦАФ прошла спартакиада среди будущих призывников. Ребята решили от службы не бегать, а наоборот, подготовиться к ней. Все они проходят обучение в центрах ДЦАФ по специальности военный водитель. Многие ребята мечтают не просто отдать долг родине, а посвятить свою жизнь вооруженным силам. Мне бы хотелось вообще военную карьеру сделать. Я собираюсь остаться по контракту служить. Просто в Иваново нет работы нормальной. Я вот хочу остаться, военную карьеру сделать. К службе в вооруженных силах ребята готовятся всесторонне. В тире судья проверяет умение обращаться с оружием. У каждого участника по 5 зачетных выстрелов. Здесь все только по команде, прямо как в армии. Важно продемонстрировать не только меткость, но и дисциплину. Физическую форму ребят проверяют в спортзале. Челночный бег, прыжки в длину и подтягивания. Не все будущим солдатам дается легко. Здесь собраны, можно сказать, лучшие, но... К сожалению, не все могут даже и подтянуться. Показало вот сегодняшнее вот состязание. Хотелось бы, чтобы родители больше уделяли внимание и сами призывники именно физической подготовке, здоровому образу жизни. Потому что в армии нужны сильные, смелые, устойчивые психологические воины. Разборка, сборка автомата – любимое испытание большинства ребят. Дает о себе знать с детства привитая мальчишкам страсть к войнушке. К сожалению, у бравых парней, мечтающих защищать родину, с годами становится все меньше. Но для тех, кто от призыва косить не собирается, двери ДСАФ всегда открыты. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.